Никита Свинтицкий ответил на наши вопросы. Никита, поздравляю с победой. Ваши комментарии по сегодняшнему матчу против хоккейного клуба «Алматы»? Спасибо за поздравления. Ну, непростой матч выдался. Обе команды хотели выиграть, и это, наверное, перелилось в овертаймы, буллиты, и где-то удача оказалась больше на нашей стороне. Вы отправляетесь домой, где проведете домашнюю серию игр против Бейбарыса и Актобе. Как будете настраиваться на эти игры? Да будем готовиться, как всегда. Выходить, играть только на победу. У нас цель одна – это выигрывать в каждом матче. Ну и пару слов вашим болельщикам. Болельщикам огромное спасибо за поддержку, что приехали, поддержали нас. И приезжайте на выезды, на домашние матчи. Приезжайте, поддерживайте. Будем рады вас видеть. Спасибо, с победой, успехов в следующих матчах. Спасибо, до свидания.